Здесь прекрасная выставка, сегодня замечательный концерт, и очень много народа собралось, и мне очень приятно, что здесь вообще атмосфера такая очень теплая, какая-то дружеская и очень-очень, ну, располагающая. И я, конечно, желаю этому замечательному культурному центру дальнейшего развития, новых каких-то впечатлений, замечательных гостей, вот, которые будут здесь показывать свое искусство. Такого класса пианисты не часто приезжают на остров. Маэстро просто восхитил всех, кто присутствовал в зале, выступал на бис. И, в принципе, это... действительно хорошая инициатива. В общем, киприоты остались очень довольны, но а нам большего не надо.